Настоящий праздник непослушания разворачивается прямо у нас перед глазами. В детский праздник здесь разрешено все. Каждый нашел развлечения по своему вкусу. Настольные игры, конкурсы рисунков, танцы, догонялки, викторины, соревнования уличных команд по баскетболу. Было на что посмотреть и где принять участие. Итак, активные площадки расставлены по всей театральной площади, но особой популярностью пользуется полотно «Краски лета». Наша съемочная группа не осталась в стороне, не оставила свой след этим летом. Дети, как никто другой, умеют дарить радость. Праздник не только самим себе, но и всем окружающим. На площади в течение дня проходил концерт с участием детских творческих коллективов, ростовых кукол и клоунов. Именно организация всего этого праздника. То, что дети вот так вот все радуются этому празднику. То, что дали возможность, чтобы вот этот праздник был как бы осуществлен. Самый лучший праздник в городе Анапы. Мне понравились конкурсы, которые тут были. Веселые представления для малышей и подростков прошли в каждом сельском округе.